Чё творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду, ведь поди ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть на Бади на Ютубе, а также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Эй, Supreme банда, вы не поверите, но сегодня на свой трон я хочу снять двух клоунов-близнецов. Эти клоуны являются братьями, очень похожими друг на друга. Отсюда и пошла назва близнецы. Мы узнали, что эти клоуны живут в безлюдном месте, но они очень кровожадные. Потому что если вдруг кто-то зайдет на их территорию, то они сразу же его убьют. Практически никто не выходил живым после встречи с ними. Именно поэтому, банда, сегодня мы приехали сюда. И что ожидать от сегодняшнего дня, банда, я не знаю. Потому что ранее мы уже снимали клоунов-убийц. К примеру, банда, мы недавно сняли клоуна-убийцу на заброшенной заправке, где он чуть ли не убил человека и угнал машину. Это была полная жесть, банда. Что будет сегодня, я реально без понятия. Тем не менее, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда, банда, я на свой дрон сниму реальную банду клоунов. Говорят, что их очень много, и иногда они нападают на целые города. Будет интересно это заснять, именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти, ведь своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами, подпишись, тогда запиши нам директ и все, жди, уже совсем скоро мы ответим именно тебе, так что бандит, давай, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем наш дрон, погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. И где-то здесь находится логово этих двух клоунов-близнецов. И мне почему-то кажется, банда, что их дом должен быть полностью заброшен. К примеру, такой дом, который мы сейчас видим. И вы посмотрите, там не один такой дом, а несколько. И у некоторых домов даже нету крыши. То есть мы сможем опуститься ниже и посмотреть, что же там внутри. И, возможно, даже мы увидим какие-то клоунские вещи. В таком случае мы хотя бы будем знать точно, что они где-то здесь живут. А еще, банда, рядом с этими домами находится заброшенная ферма, которой также владеют эти клоуны. Они просто отжали у обычных людей, и туда больше никто не может войти, потому что они просто всех убивают. Даже полиция с этим не может справиться. Тем не менее, в область опускается ниже. И я пока что ничего не вижу в этом доме. Думаю, тебе нужно опуститься намного быстрее, чтобы мы смогли все рассмотреть. А то иначе клоуны могут услышать наш дрон и просто убежать, чтобы мы их не смогли снять. Тем не менее, банда, вот Настя уже начинает понемногу спускаться. И я пока что ничего не вижу. Там просто развалины и все, больше ничего нету. Такое чувство, как будто к этому дому никто никогда не приходил. А посмотрите, здесь есть более-менее целый дом. Возможно, клоуны живут где-то там. Хотя к ходу этого дома не ведет ни одна тропинка. Скорее всего, банда, что они думают, как и я? Зачем им жить в таком маленьком доме, когда в их распоряжении целых несколько ангаров фермы, где они могут запросто жить? Во втором доме тоже ничего не видно. Там просто заросли развалины, ничего нету. Тем не менее, нам уже здесь ловить нечего. Нужно идти к той самой ферме, о которой так много говорят. Говорили, банда, что как только какой-то один человек войдет на эту ферму, его сразу же убивают эти клоуны. Туда никто не может войти, потому что это территория этих двух клоунов. И вы посмотрите! Это просто огромное здание! Я и подумать не мог, что здесь так. Эта ферма реально огромная. И здесь не только одно здание, их несколько. И некоторые здания уже развалины, я немного их вижу. Тем не менее, банда, вы только посмотрите. Здесь не то, что эти два клоуны. Здесь целая банда, армия клоуна может жить. И посмотри, там открыты двери. То есть ты сможешь залететь внутрь и посмотреть, что там. Да, о, черт, вот это повезло, банда. Вы только посмотрите. Интересно, что мы сейчас там увидим. Настя понемногу подлетает. И я пока что ничего не вижу. На улице очень светло, а в здании темно, поэтому мы ничего не можем рассмотреть. Хотя вот Настя залетает, и там просто пустота. Ничего нету. Там даже никого нету, ни клоунов, ни клоунских вещей. Это очень странно, банда. Такое огромное здание так просто отдали эти дуб клоунам. Люди с этого села очень странные. Я не знаю, как они, но я бы на их месте сражался за эти здания до последнего. Тем не менее, банда, я вижу еще некоторые здания около него. Очень странно, банда, что мы все еще не увидели этих клоунов. Мы облетали почти все здания, которые более-менее целые, их просто нигде нету. Вот Настя даже пытается немного заглянуть в окна.
окна. Но, к сожалению, мы ничего не можем там рассмотреть, там слишком темно. А еще, банда, таких зданий более-менее целых очень много здесь. То есть клоуны могут прятать свои трупы в этих же зданиях. И мы, к сожалению, никогда об этом не узнаем. Тем более, вот посмотрите на это. Это больше похоже на какой-то бункер. И прям внутри этого бункера могут лежать трупы людей, которых убивали эти клоуны. И никто же никогда не войдет внутрь, чтобы посмотреть, что там. Потому что все боятся этих клоунов. Но, к сожалению, там ничего не видно. Только темнота. Нужно ждать утра, чтобы все там рассмотреть. Утром солнце будет с другой стороны и будет светить прямо внутрь этого здания. И тогда мы хоть что-то сможем рассмотреть, а так, банда, все это зря. Я не понимаю, как эти клоуны отжали такую огромную территорию обычных людей, работяг. Таким образом, они могут отжать все дома в этом селе, никто ничего не может сделать. И я не понимаю, как полиция их не может поймать. Разве полиция не может вызвать какое-то секретное подразделение, которое бы сразу же поймало этих клоунов? И, кстати, банда, вот эти здания фермы, о которых я вам говорил, они полностью разрушены. О, черт, а что если, когда эти здания были целые, они принадлежали этим двум клоунам, после чего пришли люди, разломали все эти здания, разворовали, а кирпичи просто продали. И эти клоуны теперь очень злые на всех людей, именно поэтому они сюда никого не пускают. А те, кто вдруг случайно зашел в здание, сразу же убивают, потому что боятся, что эта история может снова повториться. И из-за всего этого они просто отжимают дома, они пытаются отомстить людям. Что если эта теория правдива? Но где же сами эти клоуны? Очередное более-менее целое здание, которое есть на этой территории. Здесь также могут жить клоуны, но мы почему-то их все еще не видели. Очень странно, где они? Погоди! Я что-то только что видел. Что-то было в этих кустах, что-то белое, какой-то столб или что это? Это кто-то стоит. Вы только посмотрите, банда, неужели это клоун? О, господи, это реально этот клоун. Но почему он здесь стоит и почему он один? Их же должно быть двое, два близнеца. Куда тогда делся второй? Это очень странно. Мне кажется, ли там в кустах было что-то? Вы только посмотрите, это же похоже еще один клоун. Второй клоун-близнец. Они реально существуют, банда, то есть нас не обманули. О, господи, просто посмотрите, ну почему они так стоят? Возможно, они так охраняют свою территорию. То есть они как будто стражи стоят, вы видите это? Это очень странно. Они начали двигаться. Вы только посмотрите, что они делают, куда они бежат? О, господи, что это? Что это было? Ты видела это? О, зачем так делать? Я не понимаю, что с ними? Это было больше похоже на двух ребенков, чем на двух убийц. И они взяли за руки и куда-то бежат. Что с ними не так? Не описывали этих клоунов как двух кровожадных убийц. А я пока что вижу взрослых людей с интеллектом ребенка. Им как будто по 4 года. Это очень странно. И банда, я немного вижу их лицо, но просто ужасное. Они явно не похожи на обычных людей. И мне кажется, что их уши как моя рука. Они как будто гоблины какие-то. Тем не менее, они продолжают дурачиться. Вы видите это? Что они вообще делают? Что с ними не так? Зачем они бьют друг друга? Что они делают? Вообще не понимаю. О, они кого-то видят или что? Что они заметили? Там кто-то идет! Господи! Только не это, банда, неужели они хотят ее убить? Посмотрите, один клоун спрятался, а другой стоит около кустов. Он смотрит, как близко она подходит. И мне кажется, что это девушка. Возможно, это какая-то не местная девушка, которая не знает этих двух клоунов. Что очень странно. Ей нужно быстрее убегать. И посмотри, клоун выпрыгнул прямо перед ней. И второй тоже вышел. Она его не видит, только не это. О, господи, вы просто посмотрите на это. Он ее пихнул. Что они делают? Да не играются ею! Ты видишь это? Да, вижу! Это так странно! Что с этими клонами вообще не так? Почему они все еще не убили? Они просто играются с ней! Это очень странные клоуны, банда! Раньше мы таких никогда не видели! Эти клоуны реально какие-то не такие! Вы только посмотрите, что с ними не так! О! Они начали крутить с ней хороводы. Это просто жесть, банда, я в шоке. Такого раньше никогда не видел. Эти клоуны не такие страшные, как о них рассказывали. Они просто хотят играться с людьми. Но почему тогда они убивают людей? Что с ними не так? Посмотри, один клоун случайно наступил другому на ногу. И они начинают драться. Вы видите это, банда? Девушка убегает, беги быстрее. Они бегут за ней, только не это. О, черт, неужели не догонят? Это просто жесть, банда, они его снова поймали.
Али. Ну и после этого они уже точно захотят ее убить. Она просто захотела убежать от них. Возможно, именно так и происходило с прошлыми жертвами. Они тоже пытались убежать, но ничего не получалось, и клоуны их просто убивали. Посмотри, что они делают. Он взял какую-то доску. Только не это. О, что они делают? Они еще решают, кто будет ее убить. Он случайно ее ударил, банда, вы видели это? Он случайно ее убил. Другой клоун тоже решил не оставать и ударил этого. И тот так падает наигранно. Тем не менее, банда, что если раньше они так само убивали всех остальных жертв? То есть так же само случайно, каким-то нелепым образом, как и произошло с этой девушкой. Неужели она реально умерла от этого удара? И посмотри, что он достал. Это черный пакет. Они хотят избавиться от трупа. О, господи, просто посмотрите на это, банда. Они подходят к ней и разматывают черный пакет. Они собираются избавиться от нее. Рядом около этой территории есть озеро. Скорее всего, что они выбросят ее туда. Они реально заматывают ее, банда. Это жуткое зрелище. Я просто не хочу на это смотреть. Они замотали ее полностью, банда. Вы видите это? А сами куда-то уходят. Ну куда? Они же еще не избавились от трупа. Что они делают? Они так просто ее оставят здесь? Девушка-то лежит. О, господи, я очень надеюсь, что она все еще осталась жива, сможет убежать. Она просто потеряла сознание от сильного удара. А еще, банда, я так подумал, что если игры этих клоунов насколько становятся ужасными, травмоопасными, что люди просто не выдерживают и погибают во время игры, потому что у них какие-то ужасные игры. И снова они стали на свои места, как и в начале. Они снова на кого-то охотятся. Это такая жесть, банда, мне просто в это не верится. Улетайте да быстрее. Эти клоуны реально очень жуткие, вы сами это видите. Больше никогда мы сюда не вернемся. А девушка продолжает лежать. Я очень надеюсь, что она все еще осталась жива. Тем не менее, банда, Настя уже улетает. И вот комменты из-за прошлого видео. Просто вглядись, какие шикарные. Идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть на следующее видео, всего лишь, что тебе нужно, это упуститься ниже, нажать лайк, колокольчик. И все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, колокол, комменты, видео, бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!